как высший разум влияет на нашу жизнь, обратилась к Блаватской Нона. Влияет через инопланетян, он посылает их к вам. Они изучают уровень вашего развития, затем с помощью приборов фиксируют опасные очаги. А потом что делают? Дают людям разные предостережения, например, человек что-то понимает только через страдания. Человек все понимает в направлении только своей выгоды, а надо в направлении развития, поясняет Блаватская.